первый день соревнований в гаусшор по плаванию, бассейн на 9-м километре, испытание плавания, дистанция 50 метров. Далее в программе фестиваля выполнение испытаний по общей физической подготовке. УФП включает в себя такие испытания, как отжимания, пресс, наклон, прыжок в длину, челночный бег. Во второй день соревнования будут проходить на лыжной базе «Лесная». Испытания «Бег на лыжах» дистанции 1, 2, 3, 5 километров в зависимости от своей возрастной ступени. На третий день в «Хоккей Звездный» состоится церемония награждения. Победители и призеры фестиваля будут награждены раздельно среди мужчин и женщин и каждый в своей возрастной ступени кубками, дипломами, медалями и грамотами, а также сувенирной продукцией с символикой комплекса ГТО.